Если необходимо сделать большой список с возможностью выбора, для этого используются все параметры, как и у обычного выпадающего списка, с одним лишь дополнительным атрибутом мультиплы. Его просто задаем, и таким образом мы указываем, что у нас вот эти все пункты будут отображаться в виде списка. Смотрим, что у нас отобразилось. Итак, у нас есть пункт 1, пункт 2, пункт 3. По умолчанию они не выделены. То есть, если я сейчас еще раз перезагружу страницу, видим, что ничего у нас не выделено. Чтобы выделить один из пунктов, для этого указываем снова Selected. Допустим, второй пункт у нас сейчас будет выделен по умолчанию при загрузке страницы. Вот. Но если у нас таких пунктов очень и очень много, давайте попробуем их здесь и указать. Вот у нас повторяется очень большое количество пунктов. И видим, что отображается их одновременно не более 4. Их можно прокручивать вверх-вниз. Вот с одной стороны это, конечно, удобно, но с другой стороны 4 пункта, их просто сильно и не видно. Как можно увеличить количество этих отображаемых элементов? Для этого можно воспользоваться атрибутом size. И, допустим, указать количество 6. Тогда у нас будет тут отображаться одновременно 6 пунктов.